Друзья, заходите на канал Zvixon по прохождению интересных игр с озвучкой и вебкой. На канале ли замечательная атмосфера и качественное видео? Он как раз проходит за Evil Within. Всем советую, друзья. Ссылки в описании. Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Арби. И мы продолжаем прохождение Just Cause 3. Сегодня немного попроходим основную сюжетную линию и выполняем вот такие простые задания, чтобы улучшить модификации нашего безумного Рико. Так что начинаем, друзья. Вот, мы уже приехали. Прилетели, вернее. У нас уличная гонка. Надеюсь, мы ее пройдем сразу же. Не люблю перепроходить. Так, где наша машина? Вот она. О, блин. Машина, честно говоря, не очень. Ну ничего страшного, поехали. А, тут на время 20 маячков, нам нужно проехать. Я надеюсь, мы проедем их без проблем. Да. Управление у нее, честно говоря, не очень у этой машинки, но ничего страшного. Но она и не быстрая. Блин, тут такая местность красивая. И вообще, игра очень такая красочная. Мне очень нравится. Так, у этой машины есть еще азот. Это круто. Я этого даже не заметил сразу. Так, осталось всего лишь 6 маячков. Очень надеюсь, что я успею. Блин, как Forza Horizon. С дороги приходилось выезжать куда-нибудь на бездорожье. Все, блин, нет. Надеюсь, я на 5 прошел ее. Блин, нет. Черт. Турбопрыжок, разблокирован, модификация снаряжения. Понял. Следующая разблокировка. Детектор транспорта. Что он делает? Не понял, что он делает-то. А, показывает, есть ли у меня эта машина? Да, точно. Ну, отлично. Йоу, стоп, 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 тише. Так, у нас... Опа, это что такое? Да блин. Алтарь повстанцев. И для чего он? Отошла отсюда. Зажечь огонь в алтаре. Тебя будут помнить. Ну, этого я не видел. Так, вон там у нас есть тур по пещерам. Надо его пройти. А, у них хорошие модификации бывают. Например, как притяжение. Может, у нас получится пройти? Почему бы не попробовать-то? Гонка... Так, понятно. Одна анимация на все гонки, на все вот эти полеты. Могли бы немного разнообразить, честно говоря. Для такой легендарной игры. Им было, видимо, лень это делать. Так, ну... Надеюсь, что у нас получится пройти ее сразу. Так, так, так. Есть. Половина звезды у нас есть уже. Нет, 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 поднимайся. Поворачивай. Блин, главное не упасть. А, нет, 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 поднимайся, блин. Две звезды только. Очень слабо, даже одна. Следующая разблокировка, твердая рука, две шестерни не хватает для этой модификации. Понял, давай повторим. Ну давай.
Так, отлично, наша игра загрузилась. И мы летим. Залетает в этот круг. Блин, не попал. Вот попал. Черт, 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 черт. Честно говоря, я думаю, на геймпаде было бы легче летать. Давай. Ну давай, детка. Чуть-чуть осталось. Вот еще, еще, еще один маячок. Ну давай, долети туда. Ну пожалуйста. Ну давай. Блин. Ну три шестерни, нормально. Так, твердая рука разблокирована. Следующий у нас... О, притяжение на нашем парашюте. Вот это нам нужно. Ну ладно, это мы пройдем позже. Так, выплывай давай. Да выплывай, придурок. А как выплывать-то? А вот что-то пытается. Все. Выплыл. Все. Очередное задание мы прошли. Так, теперь у нас есть модификаторы. Вот мы можем, можно стрелять из любого оружия во время притяжения. Отлично. И у нас открылись прыжки. Круто. Что нужно нажимать? Мышь 3. И тут мышь 3. Не понял. Их, наверное, переключать можно между собой. Или отдельная конкретная машина для прыжков или азотов. Ну ладно, с этим мы разберемся. Так, нам нужны задания. Это что? Закрытая миссия. Понял. Это тоже закрытая миссия. Открытая миссия здесь есть? Так, на этом острове нету. Или нужно... Сейчас. Освободить или город, или... Тюрьму вот. Так. Блин. Ну ладно. Придется взрывать эту тюрьму или что это там, не знаю. Чтобы открыть нашего главаря или основную миссию. Так, давай, полетели. Так, и возьмем сразу с собой. Так, начнем, наверное, вот отсюда, чтобы все тут уничтожить. Так, вот. И закажем чего-нибудь. Нам нужно оружие. У нас есть новое оружие, кстати, вот снайперские винтовки. Они нам не нужны. Так, автоматы. О, взять что ли дробовик? Или нет? Потом. Спортивный и водный транспорт. Нам это пока не нужно. У нас есть РПГ. Так, ты... Большая ошибка, ребята. Вот мы и испытали. Воу! Чё? Только начал, уже умер? Надеюсь, что нет. Так, это перепрограммируем для нас. Она нам будет полезна. Отлично. Так, это что? Нет, пока нет. Вот. Тут сейчас повзрываем. Назад каменный век. Удачи, он в каменном веке. Так, еще тут что есть такое? Вот. Это мы сейчас взорвем. Вот это взорвем. Готов, Ченка.
Так, все. Все, пошли истребители, по-моему. Опасная штука. Не то слово. Так, вон туда сейчас полетим. Спать, ребята. Так, вот эту она еще в рабочем состоянии, так что перепрограммирую для себя. Вдруг самолеты там полетят и все такое. Нам это совсем ни к чему. Да перезаряжайся, ты дурак. И эти, блин, как бессмертные тут. Мать их волшебницу. Так, только подмогу мне тут не вызывайте. Да, с пулемета в них не попадешь. Есть. Выгружаю урку. Я кое-что заметил, я кое-что взорвал. Так. Иди сюда, блин. Все у меня тут сдохнете. Так, почему мне не помогают мои... эти установки? Так, сейчас попробуем с них сбить этот истребитель. Где ты? Где ты летаешь? Это не истребитель явно. Или его уже сбили? Ну давай. А, вон там еще стоит такая же штучка. Ну, в принципе, все. Так, остались еще бочки. И антенны. Так, оружие я поменяю вот здесь сразу. О, изменения, это хорошо. Держи, тварь. Еще бочки. А, нет, не бочки. Осталось еще что-то там электрическое. О, танки. Понял. Оу! Что, самолет разлетался? Или нет? Так, где он? Так, да где этот самолет-то? Так, оружие внизу. Сдохни, тварь. Так. Так, где эти батареи? Внутри этих ангаров надо посмотреть. Так. Эта техника здесь не нужна. А, вот они. Захвачено. А, транспорт разблокирован. Отлично. Разрушение на машине поддержки разблокировано. Новое испытание. 3 из 6 освобождено поселений.
прекрасно. Справился. Да. Я такой. Так, что у нас тут осталось? А теперь я смогу пройти этого главаря? Нет, почему не могу? Так, остальные байя у меня полностью освобождена. Так, Лакос. А почему так, не пойму. Так, ладно, давай-ка сюда отправимся. Так, что тут? Ну тут все захвачено, почему красным светится? А байя синим. Так, ладно. Вот. Вот, давай-ка вот это. Экипировка, инструктаж по миссии в Медичи. Очередная беда, кто-то нападает на случайно выбранные деревни. Ну хорошо. Так, мне нужен транспорт. Сейчас. Тут, по-моему, нету. Да, сейчас опять лапшу будет вешать. Приветствую! Министерство военного здравоохранения обнаружило черную плесень в вентиляции базы Сима-Леон. Ага. Было принято решение уничтожить... Так, склад повстанцев. Военный транспорт? Нет. Так, блин. Что такое? Вертолеты. А самолеты есть? Самолеты. Есть. Вот такой самолет возьмем. Оружие. Оружие. Возьму вот такое. Пистолеты вот такие. И дополнительно... Возьму вот эту штуку, она мне нравится. Жить весь комплекс целиком, чтобы предотвратить распространение Жду. Заразы. Эта плесень может быть очень опасна. Идет обычный рабочий день Министерства да. обустройства Медичи. Посылочка приехала. Вот моей тюремной камере не помешало бы обустройство. Вибы Медичи. В тюремной камере? Сойдет. Ой, нет, 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 подожди. Вот так. Забери давай. Блин, самолет-то уже разрушенный какой-то. Стоп, почему не могу взять? Вышло оттуда. Ну, блин. Да ладно. Все, полетели. Так, Z поворот влево, C поворот вправо. Что за управление такое? Запретная зона. Немедленно покинь территорию. Похоже, мне здесь не рады. Так. Управление очень и очень, блин. Нет, блин, не стреляйте в меня. Все, летим, друзья. Ага, промах. Оу, не промах. Удерживайте пропел, чтобы раскрыть парашют. Давай, лети, блин, вырваться. Так, Зэ. Вот так, отлично. Мы его потеряли. Возвращайтесь по местам. Мы летим, друзья. Так вот так. А, его так наклоняет. Прима. Буду лететь вот так тогда. Так более-менее ровно.
интересно, на крыле было быстрее. Сейчас вот за эту гору прилетим и... Если мы не близко, конечно. Прилетим вот эту гору и там уже достроим наш парашют. То есть костюм кулак. Или можно вот так взлететь и раскрыть. Повыше. Так. Примерно такая же скорость. Самолет летит и летит. Все. Сейчас взорвется. Бэх. Еще 2.5 километра. Сколько можно, блин? Так, это Вальдемар вообще не освобождена. Так что придется здесь попотеть. Воу-воу-воу, тише, тише. Сколько деревьев-то, блин. Я лечу, я лечу. Так, вот и наша миссия. Заодно и освободим. Отлично. Вот так вот. Отлично. Сигнальные ракеты, они нам, как всегда, нужны. Так, 789 метров. Летим, летим, летим. Ай, блин. Все, вставай, хватит. Зато базу освободили. Так, понял. Вы тут разобрались, да? Молодцы. О, мотоцикл. Что ж, приступим. Все, приступили. Так, да где это, блин? Неужели в поле? В области обнаружен враг. Всем бойцам, доложить обстановку. О. Да стой ты. Ты дурак, что ли? Я вот тебя сейчас с вон той коровой познакомлю. Отправляю к вам дополнительный отряд. Иди, развлекайся. Грамотно и чётко. Все, с Новым годом, ребята. Еще. Запрашивай поддержку. Да вы достали уже со своей поддержкой. Все, я на задание. Что у вас там происходит? Ответьте немедленно. Да все. Скончались твои друзья. Шелдон, что случилось? Что происходит? Вот ты где. Боюсь, мы столкнулись с новой угрозой Амбре. Я был на окраине деревни. Тут из ниоткуда появилось не пойми что и принялось стрелять. Ого, что настоящая бойня, иначе не скажешь. Но в неразберихе кто-то из повстанцев все же сбил летающего робота. Снова гибнут жители Медичи. Что? Все. Может, квадрокоптер и у нас будет? Надеюсь на это. Было бы неплохо. Инструкция, пункт первый. Опа, ничего себе. Двигатели позволяют взлетать с земли. Пункт 2. Ускорение Wow. можно использовать в воздухе. Как круто. Что есть. Внимание, аварий дает много энергии, но не стабилен. Ускорение отключится на несколько секунд во избежание перегрева устройства. Это должно снизить вероятность взрыва. Да так можно летать бесконечно. Ну хоть предупредил. Ты
Почему изобретения Даймы всегда взрываются в случае отказа? Вау. Еще и тормоз. Ничего себе. Ну, что там летает? Квадрокоптер. Йоу, тише. Безопасность прежде всего, да, Шелдон? Чтобы безопасно приземлиться, на малой высоте зажмите тормоз. Тесты показали снижение частоты травм. Все. Ясно. И откуда ты это знаешь, Шелдон? Ха, сам бы я такое придумать не смог. Кроме Винксьюта, я у Даймы нашел и кое-какие записи. Эй, амиго! Так, Альт. Еще кое-что написано. Так, зажать Alt. Чтобы увернуться от снаряда или обогнуть препятствие, можно сделать бочку. Маневр выполняется в любом направлении. Так, а что-то... Нажимаю Alt, и у меня крутится как обычно. А, вот. А, сначала нужно нажать или вправо, или влево, а потом Alt. Понял. Жаль, стрелять только не могу. Хотя, думаю, у меня потом получится. Научится. Какие-то модификации и все такое. Следую, следую. Шелдон, опять дроны. Они закапываются в землю. Значит, они пришли за Баварией. Повеяло методами Диравелла. Так, шли. Все, готово. А ты подключилась к моему камлинку? Кто ты? Если есть еще какие-то советы от Даймы по управлению Винкслютом, самое время мне рассказать. Воу, я себя... Суперменом, блин, чувствую. О, я стрелять умею. Только очень жаль, что я не могу... И ракета есть. Для ракет нужна зарядка. Я Рико Родригес, и я заставлю вас ответить. Воу, вставай давай. Черт, почему не взлетает там? Ракетами еще поучиться. Так, все готово. Служба безопасности аппарат. Опа, новый робот. Моя работа – защищать интересы корпорации любой ценой. Последняя разработка корпорации ИР. Вершина разработки и оружие. Сейчас, подожди, я развернусь. Я с тобой разберусь. Ой, блин! Зачем я ее кинул, когда был рядом? Черт. О, ну хорошо, хоть не сначала.
ребята. Твои действия не остановят мою компанию. Пошла ты, шкура. Так вот, у меня есть знакомый, работает авиадиспетчером. Они там заметили какую-то аномалию над Медичи. Что-то заслоняет воздушное пространство, как он сказал. Я попросил его передать тебе координаты. Должно быть, оттуда дроны и разлетаются. Вот, значит, кто так. Знаменитый Ригурат. Ничего себе. Верно, Иден Каллахан. А кто ты? И что вам нужно? А, так ты услышал меня? Я уже начала думать, что постоянные взрывы и выстрелы повредили твой слух. Так. Я иду за тобой, Иден. И я тебя остановлю. Ты же вообще не понимаешь, с кем связался. Разлетались-то. Я выступаю, Шелдон, но пока не могу понять, зачем Иден так много Бавария? Даже не знаю. Ясно одно. Ради своей цели они готовы убивать гражданских. Значит, твой выход. Используем бавариевое оружие, чтобы уничтожить бавариевые дроны. Обычное дело. Конечно. Легче легкого. Очень круто. Я лечу за вами. Прям как железный человек. Ничего себе, сколько здесь. Когда не до конца тратишь этот ускоритель, он восполняется быстрее, чем если потратил его полностью. Хотя так же, почти. Ничего себе. Шелдон, у нас проблема. У них тут воздушный корабль. Воздушный корабль? Вот черт! Как они сумели его изготовить? Размерами с большой танкер. Готов спорить, работает на Баварии. Тогда понятно, чего они так за ним охотятся. Им нужно больше Баварии, любой ценой. И вряд ли они вежливо попросят. Я не дам им навредить народу Медичи. Он и так слишком долго страдал. Да, видишь ли... Ну все, хватит болтать. Позвольте вмешаться. Потом разберетесь. Так, где я? Я уже, видимо, на корабле. Миссия выполнена. Экипировка. Это я реально на корабле? Или это я на отдельном дроне? Дядюшка, Шелдон вызывает майора Рико. Шелдон вызывает Рико. Черная рука. Помнишь таких? А, эти жутковатые бойцы в тяжелой броне? Очень умелые? Ага, они самые. В общем, они дюжинами ловят повстанцев в Медичи и по всему миру. Вот такие дела, омбре. Может, ты их теперь спасти захочешь? Все дело в том, что мы не знаем, где держат пленников. Мы только выяснили, что их грузят на самолет на аэродроме на северо-западе Медичи. Это все, что у нас есть. Так, все ясно с вами. Так, посмотрим. Корабль Иден. Ясно. Ну это, видимо, отдельная тема уже. Сначала разберусь вот этим городом. И в следующей серии уже... А, миссия еще и закрыта. Значит, не следующий. Освободить провинцию корабль Иден. Провинцию Иден. Тут Иден провинция есть такая? Не вижу. Ладно. Будем пока освобождать другие города и по ходу миссии. Так, нам туда. Я лечу.
этот город теперь наш. Наш, конечно. Всех убьем, никого не оставим. Так. Хорошо, я жду. Так, это... Так, поехали. Так, 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 что тут еще есть? А, остались... Неприятных последствий, говорит центр. Цель не найдена. Отыщите его. Где эти громкоговорители? А, вот. Так, все есть. Еще осталась машина. Машина-болтушка. Еще одно орудие. Всем постам. Найти мятежника. Принять все необходимые меры. Так, статую я уже в прошлый раз разрушил, видимо. Держи гранату. Медленно найдите мятежника. Не дайте ему сбежать. Вот она. Клирическая попури из знаменитых речей генерала. Начинаем поисковую операцию. Найти цель как можно скорее. Так. Давай-ка, дружище, отправляйся вот туда. Отлично. А, еще трафареты остались. Только где они? Вот. Блин. Еще бы попадать, было бы вообще шикарно. Еще один остался. Так, где бы он мог находиться? Где он может находиться? Так, 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 ищем, 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 вот он. Есть, теперь провести повстанцев. Один вход, и все готово. Прием, так, есть там вход. Кто-нибудь живой? Проклятие. Так, не понял. Да что такое? Немедленно направляю к вам подкрепление. Ты че стреляешь, дурак? Блин, в упор стрелял в меня, но так и не убил. Так. Все, пошел гулять. Да блин! Если вы меня еще и убьете, я вас убью. Так, давай быстренько. Открывай давай. Так. Вот там дверь. Все, по-моему. И поднятие флага. Так, где наш флаг? Там оружие, там поднять флаг. Я иду. Все. И
Город освободили, модификации получили. Все прекрасно. Город вновь принадлежит народу. Отлично. Так, ну все. На сегодня, думаю, хватит, друзья. Подписывайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на группу ВКонтакте. Сегодня 19 число. Призываю жителей выйти из домов и написать на ближайшей стене слово из трех букв. Мир. Что может Ну, у вас уже там, наверное, 20-е, потому что я записываю 19-го, чтобы было видео на 20-е. Так вот, 20-го, думаю, 25-го числа начнется конкурс. Конкурс будет таков, что вы можете выиграть деньги себе на телефон, на Kiwi, на WebMoney или на карту банковскую. Как вы сами захотите, так и будет. В общем, видео на конкурс я сделаю и закину на канал на YouTube. И, естественно, на группу ВКонтакте. Всем удачи и пока, друзья. До скорых встреч.